По традиции, в конце учебного года в Даугавпилсе чествуют самых одаренных, целеустремленных и трудолюбивых представителей школьных коллективов. Лауреатов международных, республиканских и краевых конкурсов, олимпиад и научных конференций оказалось так много, что церемонию награждения победителей и призеров пришлось проводить в два этапа. Первыми 13 мая заслуженные награды самоуправления города и края получили учащиеся городских школ. 80 школьников отмечены за первые и призовые места в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 18 – за успехи в музыкальных конкурсах и 56 юных спортсменов из 7 команд за высокие достижения в спорте. Примечательно, что немало ребят, которые в течение учебного года участвовали в нескольких предметных и научных состязаниях и всюду показывали блестящие результаты. Некоторые признаются, что сами от себя такого не ожидали. Я писал научную работу по математике, и у меня в этом году достаточно успешно вышло. У меня второе место на стране, вот, чему я искренне рад. Республиканская олимпиада по математике занял первое место. Наверное, было сложнее всего. Почему? Потому что первое место в республике – это, как говорила моя учительница, круто. Кроме почетных грамот, книг и сувениров, ребята награждены денежными премиями. Подарком стало и выступление творческих коллективов школ и детско-юношеского центра «Яуныба». К сожалению или радости, но некоторых и летом ждут испытания. Пожелаем им удачи и новых побед. Четверо из наших ребят это лето проведут не в спокойной обстановке, а будут готовиться к мировым состязаниям. И наши ребята будут представлять республику в олимпиаде по биологии, по математике, по физике и в конкурсе научных работ по физике. А в среду 14 мая в зале городской думы чествовали 112 учителей, воспитавших лауреатов и будущих высококлассных специалистов. Это, конечно, заслуга и педагогов, и работа с учениками, и поддержка, конечно, родителей. Поэтому еще раз огромное спасибо. Учебный год заканчивается, но я думаю, вспоминание о конкурсах, о победах останется. И главное, конечно, это тот опыт, который они получили, участие в олимпиадах, в конкурсах. И это поможет им в дальнейшем, выборе карьеры. В этом году церемония награждения претерпела приятные изменения. К сувенирам, наставникам и их подопечным впервые добавились эксклюзивные нагрудные значки. По замыслу инициаторов новой награды управления образования, она послужит символом узнаваемости и единения патриотов города на ниве просвещения.